Привет всем гостям и подписчикам моего канала Медуза Чайра Гаджет. Меня зовут Сергей, и ко мне пришла еще одна посылка на этой неделе. У меня прям какая-то эта неделя получилась неделей походов на почту. На этот раз пришел телефончик, тоже очень и очень интересный, по крайней мере для меня, я думаю, для вас тоже, под названием Redmi 9. У меня уже был на обзоре Redmi Note 9S, отличный был смартфон за свои деньги. Ну а это прям младшая версия именно Redmi 9 без приставочек Pro. Купил я, кстати, ее еще до анонса, она уже продавалась на Алиэкспрессе официально. Международная версия, за 129 баксов я ее приобрел, и это версия на 4 плюс 64 гигабайта. Так, здесь у нас обратно Укрпочта совместно с таможней, или я не знаю, кто из них, вскрывал эту посылку. Опять мне порезал коробку, блин, ну сколько это может продолжаться, я не знаю. Блин, ну это какой-то трэш, если честно. Я, наверное, позвоню на таможню и просто... Ну, просто хотя бы выскажусь им. Понятно, что это ничего не решит, но хочется как бы, чтобы, может, задумаются. Хотя вряд ли. Тем более, что, блин, коробка-то упакована была в пленке, и посмотрите, что сделали эти, блин, ну, придурки. Ну, честное слово, по-другому их назвать нельзя. Надеюсь, кто-то из представителей таможни или Укрпочты меня смотрит. И я надеюсь, вам хотя бы будет стыдно. Хотя бы немножко вам будет стыдно за то, что вы делаете с нашими посылками. Ну, можно как-то скрывать их поаккуратнее, реально. Это какой-то трэш, если честно. Да, это не влияет на телефон и так далее, но, блин, ну как-то неприятно. Посмотрите, новый телефон пришел, новая коробка, и все, они взяли ее и разрезали. Ну ладно, главное, что телефон целый, я надеюсь. Посмотрим, что там уже в коробке у нас. Redmi 9. Реально, блин, по-моему, за свои бабки это просто топовый телефон. Я думаю, он взорвет рынок в этом году. Потому что 129 долларов, блин, за такой телефончик, мне кажется, это очень круто. Так, здесь у нас скрепка. Здесь у нас силиконовый чехол. Куча макулатуры просто. Далее у нас как раз идет Redmi 9. Вот такого вот цвета я заказывал. Вау, прикольный такой цвет, он такой матовый, еще и рифленый. Какая-то отсылка есть в дизайне к Redmi K30. Фиолетово-синий такой цвет, насыщенный. Давайте сразу включим, интересно уже посмотреть, что нам могут предложить за 129 долларов. Не просто какие-то подвальные китайцы, а именно компания Xiaomi, компания Redmi. Пусть пока загружается, посмотрим, что там у нас далее в комплекте. USB Type-C кабель для зарядки, как обычно, и блок питания. 5 вольт, 2 ампера. Да, 10-ваттный блок питания. Отлично. Итак, сразу у нас здесь уже идет MIUI 11. Давайте запустим. Выберем русский язык и продолжим знакомство. Как обычно, первая загрузка MIUI заняла некоторое время, но, тем не менее, телефончик включился. Вот он так у нас выглядит. Full HD дисплей. И это все, кстати, за 129 баксов, я напомню. Full HD 4 камеры. Вот такой вот дизайн, бренд Redmi. Посмотрим, что нам предлагает камера. Широкоугольная камера, по-моему, работает неплохо. Основная видеозапись у нас работает в 1080p при 30 fps только. Или 720 тоже 30 fps. 60 fps, к сожалению, не завезли. Освещение у нас здесь уже не очень. Давайте посмотрим, как справился телефон. Да, в принципе, нормально справился. Такой себе серый непримечательный текст, но, тем не менее, все фотографирует. Ну и, естественно, в конце этой быстрой распаковки будут уже примеры фото и видео на этот телефон, чтобы вы уже могли в какой-то мере иметь представление вообще, на что способен этот смартфон Redmi 9. Я понимаю, что камеры здесь будут прям не супер крутые, но тем не менее, блин, все-таки я думаю, что Redmi не будет ставить прям откровенную фигню. Зайдем в настройки, посмотрим сведения о телефоне, MIUI 11 и 10 Android, как и обещали. Все честно, все круто, экранчик мне нравится. Как обычно, здесь уже и Opera, и Mi Community установлено. Какие-то игры, как обычно, у Redmi это бывает. Это все можно сносить, удалять без проблем. Полностью глобальная версия. Поддерживаются все необходимые бенды для работы в 4G сетях. Что у нас еще есть по настройкам? Зайдем в звуки. Ну, кстати, уровень динамика, громкость я имею в виду, очень даже неплохой. Да, кстати, и, конечно же, инфракрасный порт, как всегда по традиции,
во всей продукции Xiaomi без исключения тоже есть. Сканер отпечатков пальца у нас находится вот в этом вот блоке камер. Три камеры здесь, четвертая камера, вот она, вспышка. Кнопка включения качелька громкости, здесь слоты под сим-карты, инфракрасный порт плюс микрофон, USB Type-C выход, для наушников также разъем, вот это вот я честно говорю не знаю, наверное это микрофон, возможно даже двойной, ну и основной динамик. Цвет мне прям очень нравится, во-первых он одновременно и глянцевый и матовый, как-то это можно характеризовать именно так, я не знаю как это объяснить. Ну и плюс такая вот рифленость, которая не дает отпечаткам оставаться на самом корпусе. Ну а на этом пожалуй все. Не буду растягивать. Это была быстрая распаковка, быстрый такой первый взгляд на смартфон Redmi 9, новинку от компании Xiaomi, который я заказал еще до официальной презентации. И, кстати, отправили мне его тоже до официальной презентации. Я думал, это предзаказ какой-то, знаете, там типа заказал и ждешь месяц. Нет, его отправили сразу же. Это было очень странно, но окей. Как бы грех на такое жаловаться. После карантина вообще китайцы стали работать как-то в усиленном режиме, потому что раньше телефон заказываешь новый, и его нужно ждать. А сейчас что Redmi, что Yumi Digi заказал, через 2 дня отправили. Это новинка, которую вот представили, грубо говоря, только на днях. Ну окей, посмотрим. В полном обзоре расскажу о нем более подробно. В конце этой распаковки будет несколько примеров фото и видео, так что не переключайтесь. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока.